муж, жена. Семья? Годится. Семья. Сейчас чего только нету. Сейчас да. муж тоже семья. Сейчас. Да, кстати, да. Интересно, как они это делают. А, муж, жена и оба дебилы. Ну, так, получилось просто совсем дебилы. И она, жена, говорит ему: значит так, слушай меня внимательно. Вот сейчас возьмешь деньги и пойдешь в магазин. Пойдешь в магазин, купишь там две вещи. Две. Хлеб и масло. Масло и хлеб. Понял? Он говорит: да. Иди. Он уходит. Проходит полчаса. Приходит домой с клюшкой. Она говорит: дебил, я тебе сказала купить две вещи. Две. Где шайба?